Добрый день всем. Меня зовут Александр Викулов. Кратко о себе совсем не получится. А ты попробуй. Поэт, композитор, исполнитель, музыкант, певец, фото-видеограф, профессиональный режиссер, сценарист, оператор детского кино, преподаватель английского тоже. Так, ну и помимо того, что меня в городе знают как именно музыкант, который выступает, дает концерты с группами, с подклавишей, под гитарой, под все, ну, это даже так же стихи пишу. Масштабно я начал писать, ну вообще я пишу вообще музыкой и сочинением, занимаюсь 26 лет уже, 26 с лишним лет. В кавычках плохих забывать и детей учить доброму слову, и новой дорогой идти, по-новому мыслить и строить, по-другому искать пути, чтобы что-то могли мы стоить, ведь меняться значит расти, не физически, а духовно, себя в себе обрести, не быть бездушным словно, застоя не допускать, не делать жизнь болотом, а шуметь рекой, созидать, чтобы жизнь была как по нотам. Меня тоже, мы будем вместе, нам неведом страх, друг другу каждый нам, каждый ведь поможет.